В самом разгаре уборочная страда. Важно не только быстро собрать урожай, но и сделать это безопасно. Сотрудники МЧС проверяют наличие огнетушителей, обращают внимание на пригодность и срок годности, проводят профилактические беседы. Мы во время уборочной также инструктируем и персонал, то есть работников, напоминаем их о важности соблюдения правил пожарной безопасности, о том, что курение может привести к возгораниям. Ну и также рассказываем, как же воспользоваться первичными средствами пожаротушения в случае возгорания. Сельхозтехника должна быть обеспечена 2 порошковыми огнетушителями массой не менее 8 килограммов, штыковой лопатой. Необходимо также следить за исправностью оборудования. Системы зажигания и топливоподачи должны быть четко отрегулированы. Этот трактор здесь не просто так. На поле он отвечает за безопасность. Его задача – хранить в бочке 11 тонн воды, а в случае экстренной ситуации – моментально устранить возгорание. Урожай на вес золота. Эта истина остается непреложной. Каждый хлебороб чувствует особую ответственность. Провести уборочную добросовестно и с полной самоотдачей – таков настрой у земледельцев. По безопасности все есть, все дали. Смотрим, не первый год работаем на комбайнах. Как бы смотрим новости, что происходит в Беларуси. Все хорошо, дай бог, до конца недели все уберем. Главное, чтобы был мир в стране. Остальное все будет у нас. Беларусь – сила. Всего в стране убрано более 4,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Аграрии буквально в шаге от золотой середины всей дистанции. Экипажи идут за новыми рекордами, чтобы попасть в число передовиков. На одном из совещаний президент заверил, Беларусь будет обеспечена продовольствием на 100%. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.